Ну, привет всем. Значит, сегодня краб, я так понимаю, готовится к линьке. Во-первых, видны отличительные признаки готовящегося краба к линьке. Смотрите, как он потерял цвет. Видите, вот где панцирь уже отслоился от тела, что называется, он перестал снабжаться нормально. Подпитки нет, и он теряет цвет, он становится таким бесцветным, рыжим. По краям еще он синенький, но уже цвет уходит, и вы видите, серьезно уходит цвет. Ну и ест, конечно, меньше. А еще приколись сегодня, смотрите, перед линькой навел порядок в доме. Стаскал все камни, ну камни были хаотично разбросаны по... Вот у него тут такая сухая заводь. Камни были разбросаны по всему аквариуму. И вот он сегодня с утра занимался тем, что со всех углов, ну, главное, не куда-то в угол, а именно со всех углов, вот там все, что лежало, еще не все, правда, вот тут остались какие-то, но он вот их сюда, в центр переместил и сложил красивую кучу. Наверное, перед линькой решил порядок в доме навести. Ну, ждем, короче. Сегодня, наверное, и полиняет. А может, завтра. Ну, никто не знает. Он мне не рассказывает. Итак, когда у меня появилось предчувствие, что вот он сегодня полиняет, и я смотрю, что он уже успокоился, сидит. Ну, видно по нему, что будет линять. Я запустил вечером трансляцию, и на Ютубе в течение 5 часов... Да, 5 часов была... Шла трансляция. Значит, не знаю, было ли у кого-то или не было раньше такого, но вот в течение 5 часов у нас на канале Сирокез, в следующий раз, может быть, также запустим, была трансляция впрямую, вживую линьки краба. Максимальное количество там немного было народу, 10 человек максимально. Но предупреждения заранее не было, поэтому смотрели те, кто, кому интересно, во-первых, а во-вторых, кто попал случайно, наверное, на трансляцию. Крабу это далось очень тяжело в этот раз. Линял он очень долго. И как-то даже удивительно было, что панцирь у него, значит, был то ли крепкий, то ли сил у него было мало. Но у него панцирь, вот вы видите, начал слезать уже как бы еще не треснув, а он уже начал приподниматься на теле. То есть видно, что вот у него уже ноги торчат, как из маленьких штанишек. У него торчат ноги уже, и панцирь сидит... Ну, как бы выше. Вот он начал усиленно трудиться. В связи с тем, что в этот раз краб очень туго и нудно линял, начало было в 8 часов, ну, как бы трещинки вот эти первые на карапаксе, на панцире появились. И он вот набирал воздуха, дышал, постоянно вылезал на сушу и пытался все время, ну, как бы сбросить этот панцирь. И вот в 22 часа, ну, я считаю, это начало, как бы, начало линьки, такое реальное начало линьки, когда он начал, трещина появилась уже так конкретно. Вот мы, если сбоку сейчас посмотрим, то видно там на панцире уже реальная трещинка. Карапакс поднялся, вот видите, он опять вынырнул подышать. И уже видна трещина реальная, и несмотря на это, он выбирается вот на сушу для чего-то. Но, видимо, ему было тяжело этот раз. Он даже выбрался посидеть вот на воздухе. Наверное, минут 15-20 сидел. Просто вот так вот набирался сил. Ну, а потом процесс пошел. Процесс пошел. И все прошло, как всегда. Хорошо, удачно. Так что краб опять у нас как новенький. Вот заметно, что тут уже реально заметно, как
движение пошло. И при этом, видите, с таким большим сдвигом чашки этой панцирной, он все равно вылезает на сушу, чтобы вздохнуть воздуха. То есть, как-то ему в этот раз очень мало воздуха было. И он все время пытался подышать. Пузыри пускал. Но ему, чтобы панцирь скинуть, надо надуваться, как бы. Силы большие иметь. И вот это в ускоренном темпе, тут мы видим все это. Ну и где-то вот в час ночи он уже успокоился, не двигался уже больше. Вот сел в том месте, где сейчас сидит. И практически час занимался тем, что вот линька у него была. То есть непосредственно линька в этот раз заняла час. Хотя раньше бывало и за полчаса управлялся. Видим, да? Час 41 и где-то. Это уже час 41, видите, в каком состоянии панцирь тут. Ну и вот такими кусочками на замедленной съемке, ускоренной, не на замедленной, на ускоренной съемке, видно, что панцирь медленно-медленно, но сдвигается. И размер краба, конечно, видите, вот он уже не влезает в этот старый панцирь, он растет. Этот раз он вырос после линьки где-то примерно по ширине панциря, ну почти на сантиметр фактически. Вот это уже финальный момент линьки, когда уже, как это говорится, осталось только лишь ноги вытянуть, клешни, ну или конечности, уж как хотите. То есть, действительно, усилия тут неимоверно ему требуется, потому что все вот 10 конечностей, они как бы в такой находятся капсуле, там, в своих местах. И повытягивать это все, ну, не оторвать, при этом надо иметь силу, но при этом аккуратность, потому что краб при линьке становится, практически это пленка такая, пленка, наполненная какой-то материей. И чтобы себя не порвать, тут надо сочетать усилия, такие очень, ну, плавные усилия, но при этом нельзя и превысить эти усилия, потому что просто конечность оторвется. Соответственно, дело хитрое, природа все предусмотрела, но вот это все длится, это ускоренная съемка идет, естественно, потому что час он практически вот этим занимался. Сейчас все и случится. Краб полинял. Ну вот,
Видите, все. Он освободился. Но сил у него больше нет. Вы видите, он на месте, он ноги. Он ватный весь. У него сейчас абсолютно настолько нежное все тело, что опоры никакой нет. Он не может ни встать, ни сесть, ни пробежаться. Просто у него ноги никакие. То, что он ими шевелит, это хорошо. Но, к сожалению, он даже не может ничего сделать. Поэтому какое-то время он просто обездвижен вот так вот. А потом, через минут 5, наверное, он начинает уже, 3 минуты проходит, и он начинает уже какие-то опоры у него появляются на эти конечности. Вот видим, 2.03. Ну, фактически почти 40 минут, непосредственно линька, а с подготовкой так вообще там час с лишним, 2. Ну, это то же самое, просто с другой камеры сверху, как бы разглядеть, как это выглядит. Вот тут отлично видно, как панцирь значительно меньше того, что выросло сейчас. И он уже никоим образом, его просто не натянешь уже даже на то тело, которое появилось. Здесь просто стоит удивляться мудростям природы. И вот еще раз можно посмотреть, как это все происходит более тщательно. На этом прощаюсь. Всем пока.